Начиная с 2013 года, 3 марта во всем мире отмечается как Всемирный день дикой природы, призывающий обратить внимание на многообразие и красоту дикой флоры и фауны, а также помогает повысить информированность о пользе от занятий природоохранной деятельностью. По этому случаю в национальных парках Азербайджана также проходит День открытых дверей. Защита дикой природы во всем мире ведется в двух направлениях. Это создание охраняемых природных зон и учреждение Красной книги. В нашей стране ведется работа по обоим направлениям. В ближайшем будущем на базе заповедников грязевых вулканов планируется создание геопарков, которые также считаются охраняемыми природными зонами. Этот день также напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими тяжелые экономические, экологические и социальные последствия. Следует отметить, что в нашей стране действуют 10 национальных парков, 10 государственных заповедников и 24 государственных заказника. Наши национальные парки расположены на Апшеронском полуострове, а также в северном, южном и западном регионах страны. «Сила природы велика. Изучение и наблюдение за ней породило науку», — говорил Цицерон. А Леонардо да Винчи считал, что природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться. Это всего лишь два изречения о значении дикой природы в жизни человека. Нам же, в свою очередь, необходимо ее беречь и заботиться каждый день. Рауф Мамедов, Сехраджа Задоглу, новости СТВ.